действительно, вчера президент Путин, Алиев и премьер-министр Пашинян достигли договоренности и дали поручение, что профильные вице-премьеры соберутся через неделю. Это будет конец следующей недели. Они соберутся в Москве и будут дошлифовывать те вопросы, которые, ну, которые есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям. Они будут это проговаривать. Есть общая точка зрения, что есть понимание глав государств, как это решать. И поэтому на рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий. Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное это все-таки конечный результат. За временем здесь никто не гонится. И именно по этим же соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора, хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.